بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم هدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته с الله Аллаха мы сегодня продолжим цикл наших лекций связанный, с, связанный с лучшими словами, после слов Аллаха а это же слова, слова посланника Аллаха На прошлом уроке мы разбирали с вами хадис посланника Аллаха Алейхи Салату Ва хадис от Аби Хурейры Ради Аллаху Анху, где посланник Аллаха Алейхи Салату сказал, то есть Аллах не принимает кого-либо из вас молитву, который осквернился до тех пор, пока не совершит омовение. И мы упомянули то, что этот хадис он является доводом тому, то, что условием омовения является условием намаза является омовение. И также мы перечислили 9 условий для того чтобы молитв, для молитвы 9 условий для молитвы. И также мы перечислили то, что портит омовение, и также упомянули некоторые моменты, где ученые разошлись относительно того, что портит ли это омовение или, омовение или же нет, как, допустим, кровь, или же рвота, или же гной. И я вам упоминал то, что э, лучше выйти из разногласий и совершить омовение. Из дозволения Аллаха мы сегодня разберем следующий хадис, хадис посланника Аллаха, алейхиссалату Амр. Ана абдиллях б. Амр» عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار حديث أت عبد الله بن عمر حديث أت عبد الله بن عمر تاجه أت أبي أت أبو هريرة إي أت عائشة رضي الله عنهم то что посланник Аллаха алейхи саляту ва салям сказал горе тем пяткам которые в огне этот хадис приводится от троих сахабов. Этот хадис приводится от троих сахабов. Первый – это Абдулла بن Амр بن Ас. Это приводит хадис в сборнике Сахи Бухари. И также Абу Гурейра, ради Аллаху Анху, приводит тот же самый хадис в сборнике Сахи Бухари. И также Аиша, ради Аллаху Анха, приводит этот же хадис в сборнике Сахих Муслим. И этот хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который указывает этот хадис пророка, алейхиссарату где он предостерегает нас, чтобы мы, предостерегает нас, чтобы мы делали упущение в омовении. И посланник Аллаха, алейхиссарату ассалам, причина этих слов, то, что пророк, алейхиссарату ассалам, сказал, когда он увидел, что некоторые сподвижники, когда омывали ноги, оставляли некоторые части неомытыми. И он после чего сказал, «Вайлю лил акаби минаннар». «Горе тем пяткам, которые в аду, который в огне». «Горе тем пяткам, которые в огне». И также в других хадисах пришло о, о том, что пророк, алейхиссалату ассалам, заставил некоторых сподвижников вернуться и совершить заново омовение. Как это пришло в хадисе, когда он увидел сподвижника, и на его ноге было размер динара не не омытая часть, то посланник Аллаха сказал ему вернись и соверши заново омовение». Также в другом Хадисе пришло то, что посланник Аллаха увидел с подвижника, и у него какая-то часть ноги не была омыта, и после чего он как бы совершил намаз, и посланник Аллаха приказал ему, чтобы он совершил заново омовение и эту же молитву. И поэтому в этом Хадисе посланник Аллаха предостерегает нас, что... Если же мы будем оплошно относиться к омовении, то наказание Аллаха Субханаху Тааля, она непременно постигнет. И говорят ученые относительно слова «ваиль», то есть «горе». Это, это слово люди произносят, то есть когда видят что-либо что, -либо, что -либо порицаемое, когда человек совершает, ему говорят вайлек, то есть «горе тебе, почему ты это делаешь?». И Имама Тирмизи, Рахимахулла, и также некоторые ученые сказали, то, что Уайль ⁇ это слово, это слово, то есть это название, название ущели в аду. Это название, которое является названием ущели в аду. Но это является слабым мнением. И посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, использовал это слово для того, чтобы нас предостеречь, чтобы нам указать, что если же мы будем пренебрегать омовением, то, что Аллах может наказать нас по причине этого. И к большому сожалению сегодня очень многие люди пренебрегают омовением, делает его лишь бы его сделать и не задумывается то, что быть может, то есть и э, не обращает внимания на те части тела, где он упустил и думая то, что я главное сделал омовение, иншаллах, оно правильно. Нет, мы должны быть э, бдительными, чтобы мы совершали омовение должным образом так как если же мы не совершим омовение должным образом, поистине наша молитва будет, быть может и быть не принятой. Сахабы Ридвану алейхим, когда же они совершали омовение, их лица менялись. Их лица менялись, их лица становились бледными. Почему? Потому что они знали то, что сейчас они совершают это омовение для того, чтобы стоять перед Аллахом, субханаху ва они знали то, что сейчас они совершат омовение и будут стоять перед великим могучим аллахом субхана тааля и поэтому их лица бледнели и у них был страх перед аллахом, но когда же они становились когда же они становились и в молитву и выстаивали эти молитвы, то они полностью погружались в эту молитву их сердца были связаны с аллахом субхану тааля. Их сердца и мысли были связаны с аллахом субхан тааля и когда же мы сегодня к большому сожалению не говоря уже о омовении как мы делаем эти упущения когда же мы становимся на молитву мы делаем также эти упущения наши мысли связаны с этой дуней мы, мы становимся на молитву как мы только произносим так вера, то ли храм то сразу нам приходят мысли завтра мне нужно пойти на работу послезавтра мне нужно сделать какую то сделку мне нужно встретиться с этим человеком именно в молитве Почему нам эти мысли не приходят тогда, когда мы кушаем? Потому что шайтан хочет сбить нас, потому что шайтан хочет, чтобы наша молитва была неполноценной, не говоря уже за омовение. И как это приводится в истории, когда, э, один ну, <coughs> когда один из правителей, когда один из правителей, Уалид ибн ну Абдул-Малик, позвал Уру к себе, и он выдвинулся в путь для того, чтобы встретиться с этим правителем он по дороге, его по дороге постигла болезнь, то есть болезнь ноги. И эта болезнь у него ухудшилась. Ухудшилась, и в то время, когда он прибыл уже к этому правителю, он увидел то, что он в плохом состоянии. И он вызвал всех врачей и для того, чтобы его обследовали. И, конечно же, они сказали то, что единственное, единственное лечение – это ампутировать ему эту ногу, отрезать ему эту ногу. И Урва, когда же ему сообщили об этом, он поблагодарил Аллаха и сказал, Альхемдулиля, то, что ему придется ам ампутировать эту ногу. И, конечно же, тогда у них не было обезболивающих, наркозов и так далее. И, и они ему сказали, чтобы он выпил, выпил чтобы, э чтобы он был не себе. И, конечно же, Урва", он отказался и сказал, как я могу сделать подобное. И он сказал, когда же я зайду в молитву? Когда же я зайду в молитву? Тогда делайте то, что вы пожелаете. Почему он так сказал? Потому что когда они находились в молитве, они не думали ни о чем. Они думали только об Аллахе Субханаху тааля Их сердца были связаны только с Аллахом Субханаху Ватаале. И когда же он сделал земной поклон, они порезали ему эту ногу. И после чего они ему обожгли, чтобы приостановить кровь. И он, конечно, потерял сознание после этого. И поэтому посмотрите на этот пример. И какими они были, какие были сподвижники Ридвану Аллаху Алейхим, какими же они были, какими были табиины, те, которые пришли после сподвижников. Их сердца были связаны с Аллахом СубханаЛа А что же сказать за нас? Что же сказать за нас? И несмотря на это все, они все равно были недовольны собой. Они все равно находили в себе упущение. А мы сегодня, если же сделаем какое-либо дело, то мы уже все думаем, то, что у нас уже билет в рай, и уже, аль -ля, больше ничего не нужно делать, достаточно этого. И поэтому в этом хадисе посланник Аллаха, как я выше упомянул, он предостерег нас, чтобы мы делали какие-либо упущения в этом в омовении. И также посланник Аллаха, алейхи саляту ассалям, сказал, хадис от Таубана, где он сказал, «Ва'ламу анна хайра, амаликум ас-саля». Знайте, то, что лучшими делами является, это, лучшим делом это является молитва. И после чего посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, сказал «Ла юхафизу аля лвудой илля лмумин». И посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, в этом хадисе указал одно из качеств верующих, то, что они всегда находятся в омовении верующий мусульманин, он всегда старается находиться, будучи омовением. Из этого хадиса пророка, алейхиссаляту ассалям, мы можем извлечь три пользы. Первое, то, что посланник Аллаха, алейхиссаляту указал, чтобы мы делали омовение должным образом, тщательно, без всяких упущений. И вторая польза, то что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, указал о наказании тех людей, которые пренебрегают омовением. То есть, где он сказал, Ваилу лил а «Горе тем пяткам, которые находятся в аду». То есть, он сделал жесткое предостережение. И третье, конечно же, это является доводом тому, то, что омывать ноги, мыть ноги во время омовения является обязанным. И это единогласное мнение этой уммы. И несмотря на мнение тех заблудших сектантов, как шиитов и других, которые говорят, достаточно просто протереть ногу тогда, когда человек совершает омовение. И, конечно же, это мнение является абсолютно ложным. И в других хадисах посланник Аллаха, как я упомянул выше, когда он увидел сподвижника, который не, ом, не, не омыл тщательно ногу, когда он заставил его переделать омовение. Если бы, если бы это омовение не было, то есть заставил его переделать омовение заново, по причине того, что он не омыл ноги должным образом. Если же не было бы обязанным омывать ноги, и было бы достаточно просто их протирать, то пророк, алейхиссалату не сделал бы это замечание, не заставил бы его обратно, совершать это омовение. И, конечно же, есть много других доводов, много других доводов, и это единогласное мнение этой уммы, единогласное мнение этой уммы и ученых Ахлю Сунна то, что человек, который делает омовение, он должен, он должен омыть ноги. И на этом, иншаллах, мы завершим этот урок и толкование данного хадиса.